Итак, приветствую, мои друзья и гости канала. Я показал вам один домик хороший, красивый, без ремонта. И давайте покажу вам с ремонтом. Сразу говорю, с ремонтом ценник гораздо выше. Например, если без ремонта мы смотрели, и дом стоит 23 миллиона рублей, и при этом ремонт можно сделать, потратив всего лишь 6 миллионов, и по итогу мы получаем с вами дом за 29, то здесь дом с ремонтом стоит 35. Кто-то скажет: Макс, почему так дорого? Ребят, потому что на ремонте зарабатывают в Сочи и в любом другом городе. Итак, подъездные пути. Парковка на 2 автомобиля. Супер, супер. Теперь мы идем с вами вниз. И здесь мы с вами видим такой хороший домик, красивый, в стиле хай-тек, как вы любите. Соответственно, здесь уже нас все увлажнили, полили и так далее. Итак, с чего мы с вами начинаем? Конечно же, мы с вами начнем с бассейна. Всем хочется бассейн, блин, чтобы был вид шикарный. Здесь такой есть бассейн, вид на море в сторону заката. И, в общем, вид на озеро. И рядышком стоят аналогичные дома в стиле хай-тек. Теперь, что касается дальше. Да, бассейн сделан в стиле Infinity. Хороший, дорогой, добротный. Как вы все любите. Вот с этой стороны у нас зона, которая называется сауна. Почему сауна? Ну, можно здесь сделать гостевой дом, можно сделать дом для прислуги. Но я думаю, что по логике здесь нужно сделать сауну. И как помните, мы смотрели с вами в Турции обзор, где ты из парилки можешь наблюдать за бассейном и можешь наблюдать за чем? За, правильно, за морем. Вот здесь это можно все реализовать. Ну, реально классно. Посмотрите, вот здесь сделать парилочку. Здесь сделать небольшую зону отдыха, прям совсем маленькую, да, где можно присесть, там, в конце концов, чай попить. И, конечно же, мы выбегаем и сразу же в бассейн. Бабах только! И, конечно же, можно выйти на улицу, сесть на бар, за барные столики. Нет, на барные столики, наверное. И вот здесь можно что-то себе приготовить вкусненького, хорошего. Вот друга Лехи не хватает. Тут же ручки помыть. Блин, на самом деле здесь получается просто все супер. Согласны? Я тоже думаю, что вы согласны. Да, кстати, нужно же перед тем, как, знаете, когда, например, мы ныряем в чужой бассейн, мы берем сразу и ныряем. А когда мы ныряем в собственный бассейн, мы сначала принимаем душ, а потом уже спокойно погружаемся в воду. Этим и отличается. В общем, здесь тоже все это есть. Все здесь работает. Блин, надо же проверить. И сделано здесь все хорошо. Террасная доска, все супер. Конечно, кто-то из вас скажет: Макс, а где здесь картошку сажают? Ребят, картошку сажают в другом месте. А здесь люди живут и получают удовольствие от жизни. Да, есть такая небольшая территория, где можно пройтись. В крайнем случае можно посадить лучок и так далее. Но, увы, ребят, извините меня, но здесь сажать картошку нельзя. Вот она, закат, вот она красота, вот у нас Олимпийский парк. В общем, вид просто супер. Теперь давайте по-быстрому зайдем домой, потому что, домой хочу сказать, наверное, в дом зайдем, а то я уже, знаете, уже подумал, что это мой дом. И посмотрим, что же здесь тоже интересного есть. Кстати, вот это тоже место хорошее, это у нас кладовая, и здесь можно спокойно разместить, вот, видите, вот такой вот раз, мы открываем, и можно там разместить там лыжи или еще что-нибудь. Итак, сам дом. Сам дом, сам дом, сам дом. В самом доме тепло. Сейчас мы с вами сюда заходим. Включаем все, что можно включить. И на входе нас ожидает вот такая вот гардеробная. Хорошая, просторная, добротная гардеробная. Все хорошо, все замечательно. Здесь же мы с вами попадаем в санузел. Санузел тоже сделан в хорошем стиле. Лично мне здесь все нравится. И вот эта круглая фигня нравится. И даже писсуар сделали. Блин, жесть, конечно. Ну, прикольно. Первый раз вижу коттедж, где сделан писсуар. Вдруг затрясся писсуар, загудел как самовар, а потом ногой как топнет и ругаться громко стал. Итак, с какого это у нас фильма или не фильма? Сразу говорю, автоматическое здесь у нас идет включение света. Сейчас мы все-таки с вами попробуем здесь все включить, все, что возможно, и посмотреть, что из себя представляет. Да, конечно, можно раздвинуть у нас. Вот так примерно можно. Ну и, конечно, с зала можно наблюдать себя за закатом. Ух, блин, ребят, смотрите, оказывается, автоматически все открывается. Офигеть, прикиньте, автоматически все открывается. Офигеть. Вот эта вот технология дошла. Вот такой вот ремонтик.
принципе, вы можете заказать и дом, который у нас в черном варианте. Тоже у нас есть там все, что только для вас нужно. Диван шикарный. Мебель, я считаю, подобрана просто обалденно. Кухня, я считаю, тоже шикарная. Ну и, конечно же, вот с этого окна. Кто-то скажет, площадь наша, блин, видна. Нет, ребят, с этого окна мы видим с вами бассейн, также видим море. В общем, все супер. Я считаю, что обеденная зона с переходом в столовую реализована просто на отлично. Итак, давайте поднимемся с вами на второй этаж. Мы с вами поднимаемся. Включается автоматический свет. Это большой плюс. И тут же мы с вами попадаем первую в спальню. Хорошая просторная спальня. Я считаю, что кровать стоит двухметровая, 2 на 2 по евростандарту. Здесь же у нас выход идет на террасу. С террасы вид на, да, вид на Адлер. И вот соседний домик продается, мне нравится больше. Но я все равно покажу вам этот дом, чтобы у вас появилась визуализация. И, конечно же, здесь мы с вами имеем ванную комнату. Блин, ванная комната супер, классно. И даже такой коврик лежит. Я считаю, офигенно. Офигенно, офигенно, офигенно. Здесь мы с вами видим кабинет. Я тоже, наверное, бы сделал кабинет по одной простой причине. Если бы потребовалось превратить когда-нибудь в детскую, я бы спокойно, например, появился второй ребенок. Я бы, конечно, здесь поставил кровать и все. А пока кабинет — это действительно хорошая тема, потому что из кабинета у нас также хороший вид на море, на закат. Я считаю, что кабинет здесь в тему. Опять же, посмотрите, как сделаны кондиционеры. Офигенно все сделано. Все сделано с умом, все сделано продуманно. Вот как бы за это нужно платить. Все, здесь мы с вами разобрались. Ну и, конечно, как вы уже догадались, мы с вами здесь идем в спальню, в логово разврата и счастья. Там, где у нас рождаются, точнее, зарождаются детишки и тому подобное. Конечно, тоже мы имеем с вами шкаф. Блин, что-то я прям разогнался. Шкафчик. Здесь же мы с вами имеем большую, огромную кровать. И вот здесь мы с вами имеем небольшой сюрпризный момент. Во-первых, у нас есть возможность. Вот, видите, сделал и автоматически стало выдвигаться. Шайтана Монако. Посмотрите, да? Офигенная система. Здесь мы с вами сейчас можем выйти на свой персональный балкон. Большой, шикарный. Также можем наблюдать просто потрясающий вид на закат. И здесь, конечно же, мы можем принимать ванну с маленькими клопиками, сходить в душевую. Да, сходить в душевую. Здесь же у нас есть санузел. И, конечно, блин, супер, все классно сделано. Что мы с вами имеем? Мы с вами имеем домик 160 квадратных метров с балконами и тому подобное, с хорошим качественным ремонтом. И по итогу данный домик стоит всего лишь 35 миллионов рублей. Если хочется сэкономить 6 миллионов рублей, берем домик, который находится уровнем выше. И этот же самый застройщик, эти же самые ребята, которые сделали ремонт здесь, они же вам по дизайн-проекту сделают ремонт там. И, соответственно, вы тогда сможете сэкономить 6 миллионов рублей. А 6 миллионов рублей, чтобы понимали, это два Porsche Macan, ну, двухгодовалых. Либо же 6 миллионов рублей — это квартира в центре Сочи. Если вдруг, например, каждый день не хочется сюда выбираться, вы можете квартиру где-нибудь там купить в районе Бытхи и спокойно там как бы иметь и квартиру, и такой, скажем, дачный домик. Поэтому, ребят, думайте сами, решайте сами. И мои рекомендации, конечно же, дома нужно брать всегда в черном варианте, чтобы вы могли там себе нафантазировать, что сделать и так далее. А теперь, ребят, всем пока, всем спасибо за просмотр. Я хочу сделать пару фотографий. Блин, меня здесь прет, мне здесь нравится. Все, ребят, пока.